Организация Объединенных Наций благодарит Россию за готовность поддержать предложение о перемирии в Алеппо. Этот крупнейший сирийский город давно в эпицентре боев, и поэтому ООН прекратила попытки доставить туда гуманитарную помощь. Высокую оценку позиции России дал Стефан де Мистура, спецпредставитель ООН по Сирии. Он выступил в итальянском городе Римини на международной конференции под названием «Города не должны умирать». Это собрание было посвящено Алеппо и другим городам Сирии, которые оказались захвачены боевиками. Все участники собрания сошлись во мнении, что перемирие и гумпомощь жизненно необходимы мирным жителям. Ведь осажденные экстремисты забрали у них все продовольствие. Россия сказала «да». Я уже говорил это. И Россия включена в текущий процесс. И это очень важный ответ. Теперь очередь за ответом со стороны сирийского правительства, со стороны оппозиции. Потому что перемирие требует согласия всех сторон, а не только лишь одной. И тогда мы будем двигаться вперед.